На площадке стрит-ковер, расположенной около здания Русгидро, состоялся концерт под названием «Новый год шагает по планете». Мероприятие организовал Каспийский городской краеведческий музей совместно с Центром традиционной культуры народов России. В начале праздника для учащихся лицея номер 8 была подготовлена экскурсия. Для детей была подготовлена выставка подделок игрушек новогодних, которые представила детская художественная школа города Каспийска. Огромная благодарность всем деткам, которые неоднократно принимают участие в жизни музея. Открыл концертную программу Тимур Кадырбердиев, исполнивший на балалайке русскую народную композицию «Эх, есть Семен». Вокальными выступлениями зрители порадовали Лора Урбанцева и Аминат Махаева. Также гостей удивил Муслим Мудунов, сыгравший на саксофоне. В конце мероприятия в гости к детям пришли Дед Мороз и Снегурочка. Все вместе они устроили дискотеку и закружились в праздничном хороводе возле елки. Хотелось бы поздравить всех каспичан с наступающим новым 2023 годом. Пожелать всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Анастасия Сидоренко, Сиражуддин Магомедов, новости телеканал «Среда».